Здравствуйте, юные художники! Сегодня мы с вами научимся рисовать лягушку. Для этого нам понадобится карандаш, ластик и гуашь. Начнем с того, что нарисуем посередине овальчик. Это будет мордочка нашей лягушки. Затем нарисуем большие глаза, которые будут выходить за овал. Затем внутри глазок нарисуем зрачки. Она у нас будет смотреть в бок. И блики. Также обведем наши глазки. Затем нарисуем вытянутый овал. Это будет туловище нашей лягушки. Рисуем лапки. И у нас будут с вами прямые, вытянутые. И снизу рисуем перепонки. Что такое перепонки? Это ее пальчики у лягушки есть. На концах у нее кругленькие шарики. Там у нее есть маленькие присоски. Второй пальчик и третий, тоже с кругляшком. И между ними тоненькая кожица. Это и есть перепонки. Они же для того, чтобы когда лягушка раскрывала свою лапку, они помогали ей плавать. Другую рисуем также. Пальчик и кругляшок на конце. Потом на нас тоже посередине пальчик, кругляшок, и еще раз пальчик и кругляшок, перепонки. Так, теперь соединяем. У нас прям будут от головы идти лапки, у нее они очень длинные. Так. Там назад не будем мне небольшое пузико нарисовать, которое будет видно из передних лапок. Рисуем задние. Там вот они прикрепляются, они сзади. С двух сторон симметрично, одинаковой высоте, чтобы они у вас были одинакового размера. Рисуем так треугольничком. И вниз. И с другой стороны треугольничек. Смотрите, чтобы они у нас с вами тоже были одинакового размера. И вниз. Разделяем их посередине линии. Получается, что у нас с вами раз ножка идет, потом коленочка и вниз. И здесь также получилось. И осталось также нарисовать лапки. Пальчик, кругляшок. Еще раз пальчик, кругляшок и сзади пальчик, кругляшок. Между ними перепонки. Сзади перепонки видно не будет между дальними пальцами. Здесь также рисуем пальчик и присосочку. Пальчик, присосочек. И сзади присосочку только. И перепонку не забудем. У меня лягушка будет улыбаться. Вот такая вот у нее будет большая улыбка. Дальше рисую ей щечки. Она будет румяная.
нарисую ей реснички. И не забуду про пятнышки. Они у меня будут темно-зелеными. Также нарисую листочек, на котором она будет сидеть, на кувшинке. У этого листочка есть такой небольшой треугольничек. Все, теперь обводим. Придерживаю листочек. Вводим глазки. Зрачки, бычок, дальше глазик, зрачок, блик, обводим голову, щечки. Улыбку, пятнышки, реснички. Лапки, передние, с перепонками, с присосками. Забудем про пузико ее маленькое и задние лапки. Также с присосками и перепонками. Забудем про пятнышки. Кувшинку. Стираем все лишнее. Смахиваем